Приветствую, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу вам показать еще одну посылку с Китая. Как я говорил ранее, когда мне пришел нож, что мне должны еще прийти лезвия. Вот сейчас хочу их посмотреть, вскрыть. Вот, как видите, цена лезвий $2.40. Это за 20 штук. То есть я заказал два набора. В каждом наборе было по 10 штук. И набор $1.20 стоил. Заказал вместе с ножом, но почему-то они пришли разными конвертами, разными службами. Это через Эстонию шло. Тот конверт уже не помню, через что шел, но пришел нож очень быстро. Нож пришел через 11 дней, а лезвия пришли через 20. Вот, как видите, лезвия упакованы по 10 штук в отдельные пакетики. Каждое лезвие завернуто в бумажку в отдельную и даже немножко промасленное. Вот такие вот лезвия. 20 штук. Как я показывал ранее, может кто-то не видел, вот купил вот такой цанговый нож. Весь нож сделан с алюминия, и резьба, и сама цанга, зажим. Вот. Все полностью сделано из металла. Как бы уже ножом пользуюсь, попробовал эти лезвия. Лезвия не хуже экселевских. А нож, как я и говорил ранее, точная копия экселевского ножа. И лезвия точно такие же. То есть ножом я доволен, остротой лезвий тоже доволен. Как бы цена невысокая. За нож я отдавал $1.60, а 10 лезвий $1.20. Хотя с ножом в комплекте за $1.60 было 5 лезвий номер 11. Вот. И еще по одному разных лезвий. Поэтому, кто хочет, заказывайте, рекомендую. Довольно хороший нож, очень плотная цанга, хорошо все зажимается. Вот, надеюсь, своим видео буду кому-то полезен, и вы приобретете такие ножи и лезвия, которые как нельзя облегчат жизнь моделисту. На этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Ссылки на нож и на лезвие будут под видео. Спасибо вам большое. Всех благ вам и вашим близким, друзья.